Привет! Вы на канале Алекс Дозор, и у нас сегодня честный обзор и довольно-таки интересное видео. Смотрите, какая штука. Обозревать мы будем Сонату HD2 от Tempotec. Достаточно интересная штучка. Это свисток, донгл, поросячий хвостик, ЦАП, цифроаналоговый преобразователь. Вот, прислал мне его Виталий, за что огромное спасибо. Прислал для обзора и розыгрыша на канале, но произошла вот такая беда. Аппарат работает некорректно, совсем некорректно. У Виталия он работал, все было в порядке и хорошо. Не знаю, как бы брак проявился вот чуть позже, или по пути ко мне, или уже у меня. Вот, с моим плеером Tempotec V1i, он вообще не коннектится, я вам сейчас это покажу. С телефоном работает, работает где-то на громкости в 50% и работает недолго, то есть где-то минут 40, начинает греться. То, что он греется, это вполне нормально, это значит, что он работает. Но вот когда он начинает нагреваться, он начинает отключаться, отпадает такое клацанье, музыка останавливается, как бы и все. Вот. При прямом доступе к железу с плеером FIO он тоже не работает сразу же, когда включаешь. Ну, не буду забегать вперед, короче, сейчас я вам все это покажу. Единственное, что хотелось бы сказать, ребят, если вы хотите, чтобы эту штуку я разыграл, я разыграю. Но не конкретно эту, потому что, ну, это действительно не рабочий вариант. Вот. Как она звучит, ее послушать, понять можно для обзора. Ну, как бы так, чтобы ей пользоваться, ну, не порастет это дело. Вот, и если вы хотите, чтобы произошел розыгрыш, то давайте так. Если это видео до 1 числа, до 1 октября наберет 50 лайков и будет 20 комментариев на тему видео с последним словом розыгрыш, то есть это те люди, которые действительно захотят участвовать, то тогда я 1 числа закажу этот аппарат, и пока он ко мне приедет, и я его распакую, может, еще наберутся люди к этим 20, и тогда я его разыграю. Вот. Но если этого не будет, как бы, ну, вот как сейчас у меня розыгрыши там на гарнитуру, а оно особо и не надо никому. То есть там под некоторым видео, по-моему, или один, или даже ни одного человека нету, ну, то есть с комментарием со слова розыгрыш. То есть, если это действительно нужно, ну, то есть, я это сделаю обязательно для вас. Если как бы нет, то, ну, давайте и я тогда не буду париться, платить свои деньги, заказывать. То есть, я могу их потратить с радостью на жену и на ребенка, или на какой другой девайс для обзора на канале. Вот. Но если я увижу, что действительно это интересно и действительно вы это хотите разыграть, я разыграю. Все, ладно, налил воды, давайте теперь посмотрим, вот сейчас вот как конкретно он, ну, сначала комплект поставки, а потом как конкретно он не работает. Давайте. Итак, приходит вот в такой вот коробочке, коробочка стандартная, у первой Сонаты была такая же, вот HD2, видите? Вот как бы ничего сверхъестественного, но довольно-таки приятно. Дальше лучше. Дальше идет металлическая шкатулочка. Металлическая шкатулочка очень такая вот, ну, симпатичная, приятная, ну, нормальная вещь. Открываем, здесь вот наклеечка HRS сертификации куда-то сюда. Она должна, наверное, была быть приклеена. Вот, навряд ли сюда, да? Вот, тут у нас адаптер для подключения там к компьютеру, к ноутбуку, да, и сам свисток, он же донгл, он же поросячий хвостик, вот, он же цапик, он же усилитель. И что хочется сказать о технических характеристиках. Это устройство на чипе ES9270 9270. Вот. Также дальше уже читаю с сайта производителя. Это Tempotec Sonata HD Type-C. Вот. 3,5. Вот он. Адаптер DSD 128. Усиление для наушников. Адаптер DAC. Ну, то есть ЦАП. Он же цифроаналоговый преобразователь. Вот. Совместим с Андроидом. И ПК. Ну, длина изделия 11,3 сантиметра.
чувствительность 116 дБ, мощность 70 мВт на 32 Ом, поддержка PCM 32 бита, 384 кГц, DSD 128, ну, как я уже об этом и сказал. И поддержка еще 2 VRMS на 600 OHM. Вот такие вот у нас тут данные. Ну, давайте теперь я покажу, как это чудо не работает. И вот, друзья, я вам сейчас покажу. Возьмем сонату нашу, подключим к ней наушники. Для начала это вот будет мера. И включим. Видели? Вот, сейчас идет звук, аудио девайс отключен. Еще раз. Отключен. И отключен. И вот так вот дико греется, дико потом глючит мой плеер, который вообще никогда не глючит. Он простенький, как бы, ну, относительно хороший, все как бы, и никогда с ним никаких проблем не было. Но после этого я его выключаю, перезагружаю, наверное, громко сказано, но включаю, выключаю. Вот, то есть как бы дела не очень обстоят. И сейчас покажу на телефоне. И давайте теперь проверим на телефоне. Тем же макаром, тем же методом. Ну, через раз это происходит. Вот мы вставили. Давайте нажмем ОК. Потому что обычно в этом режиме устройство подключено. Обычно в этом режиме оно вообще не подключено. Вот, поработало, устройство отключено. Вот, опять ОК. И все, да? Нет, не все. Вот точно так же, как работало вот только что с Tempotec V1i. Кстати, вот ссылочка на его обзор, кому интересно. В принципе, если кому-то нужен первый плеер, то это бомба, а не плеер. О, для первого плеера. Вот что-то работает. И скрипки нормально на ней играют. Ну, сейчас она буквально вот здесь начнет нагреваться. Просто до этого вообще, то есть на режиме прямом подключения к железу сразу выбивала, не давала даже подключиться, вот так как было первый раз. Ну и давайте пока как бы. Так это телефон играет. Я думал, это там из наушников звук. Это ж даже не наушники, это телефон играл. Вот это я только что затупил. Ну ладно, ничего страшного. Вот включаем. Без подключения. Сейчас попробуем. Вообще не определяю, вы видите? Даже не хочет больше подключаться. Ну вот. Вот такой как бы косяк. Вот такой как бы косяк. А давайте еще попробуем. Вот эти. Это у нас киберварки на том серебряном проводе. Ну тоже ничего не хочет играть. О, пошел какой. Давайте вот отмена нажмем. Да, и тоже... Это играет телефон, а не наушники. И вот вообще отключено. То есть вот как-то так. На громкости. Давайте сразу о звуке тогда. На громкости в 50% он работает где-то минут 40. Потом опять-таки нагревается сам ваш телефон. Или же вот, ну, с плеером там вообще все быстро происходит. Телефон. И начинает как бы отключаться. Такой клац, 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 такой звук. Ну, как бы так.
Но какое-то время у меня все равно было послушать, как бы несколько заходов по 40 минут, и я это сделал. И я вам скажу, аппарат мне в принципе понравился. Аппарат музыкальный. Очень хорошо это показало на вот этих вот вообще наушниках. Я вот первый раз его подключил тогда. И, ну как первый раз? Первый раз я его раньше включал, но первый раз так, чтобы прослушать, и сразу ощутил разницу. Наушники светлые. И я сразу получил добавочку как бы везде по низкому диапазону. И на нижних частотах, и на нижних средних частотах, там где мид-бас. Мид-бас сразу окрасился в такой вот жирный, насыщенный свет, цвет. Ну, все равно они оставались светлыми, только уже как бы, скажем так, имея такой музыкальный, такой сверхмузыкальный окрас. То есть того жира, которого не хватало здесь на мид-басе, с помощью этого свистка я получил. Вот. Ну и сам бас стал более собранным, более округлое у него стало такое тело. Вот, и, ну, то есть меньше начал в нем чувствоваться воздух, который так присутствует в этой подаче. Также слушал и с ларками, ну, то есть и с мерой. Вот с мерой тоже это вообще чудесно оказалось. То есть подача реально становится гораздо музыкальнее, гораздо глубже, гораздо пронзительнее. На этот самый, на нижнюю серединку и на низ особо не влияет. Как бы, но все равно самую малость, но приносит вот какой-то такой вот собранности, что-то вот такое, знаете, что-то вкусненькое, я бы вот так сказал. То есть, как фильтр для наушников, это, ну, то есть, отличный аппарат. Стоит он практически $30 на официальном магазине Tempotec. Ссылочка будет, где Виталий брал, по-моему, там. Вот, ну, я вот только что смотрел на официальном. $30, 815 гривен. Как бы в Украине у нас в стране можно за 1000 гривен купить. Вот я на проме смотрел, там как бы 1000 гривен он стоит. Аппарат я рекомендую, особенно классно для светлых наушников. Ну, не назовешь меру светлой, но для нее тоже вот вполне это было хорошо. Сейчас найду, к сожалению, возможности нет попробовать. Она ко мне возвращается из гостей, из Клайпеды, от Виталия. Вот, ну, как бы когда приедет, послушаю обязательно. Вот мне очень любопытно, как Идун будет звучать с этого свистка, потому что все вот эти вот светлые вещи мне достаточно как бы зашли. Я бы не сказал бы, что это притемнение, я бы сказал, что это вот такой вот яркий музыкальный окрас дает этот свисток. Вот как бы что еще хотелось бы, пока мы не закончили, показать вам, вспомнить. Вот был такой свисток у меня на обзоре, это друг мой Алексей брал его, и он пришел бракованный. У меня как раз вот отсюда с Tempotec он работал, а с ни одного смартфона больше он не работал. И Алексей оттарабанил его в ремонт, вроде в нормальный, нашли нормальный ремонт, они ему поменяли вот эту вот штуку, и он перестал вообще определяться. То есть даже здесь он не определяется, то есть полное его отсутствие. Скорее всего, как я понимаю, что здесь стоял какой-то, ну, то есть в родном вот там PSI-соединении стоял какой-то вот контроллер родной. И так ли это или нет, кто у нас специалисты есть, подскажите мне, пожалуйста. О. Звука нет вообще. То есть нету ни подсоединения, ни определения, вот он как мертвый, отключенный сюда что-то подсоединили. О, вообще, возможен же ремонт таких вещей, я вот честно не знаю. Вот этот сносили в ремонт, он просто перепаял, здесь подключил, и как бы, что можно с этим делать? Если есть знающие люди, буду рад этой теме в комментариях. Вот, ну как бы все, теперь давайте пустим эксперта, пусть он посмотрит, как ему этот свисток, и... Ну, а вы сами решайте, проводить мне розыгрыш, не проводить. Все, ребята, зависит только от вас. Вот такая вот печальная история. Нет повести печальнее на свете, чем о белке и о сонате HD2, не работающей на столе. Ну, с белкой это все в порядке, слава богу. За все, слава богу. А ты мой маленький бельчонок. Ну, пишу. Штуки тебе нужны? Или ты позируешь на камеру? Кстати, не понравилось. Ты же брак свой сам тягаешь. Вообще ничего ему не надо.
Кстати, следующий обзор будет на вот эту вот замечательную штуку. Это у нас Conexant CX3199-3. Вот этот вот свисток, который вроде как убийца всего. Ну, я так легкую интригу закинул за тем, кто досмотрел до конца. Вот. Ну, убийством всего здесь и не пахнет. Нормальная вещь на свои деньги. Ну, а дальше в обзоре. Все, ребята. Пока. Он у меня тут разошелся на столе. Музыка была группа Engine On. Вначале написал, сейчас сказал. Всех люблю, всем пока. Иди сюда.